Отмечу, что о проблемах с перебоями в отоплении в городе и районах области говорят уже на федеральном уровне. Наш регион, наряду с Забайкальским краем, хуже всего готов к зиме. Об этом заявили на совещании уполномоченного представителя президента по Сибирскому округу Сергея Миняйло. По данным чиновника, несмотря на завершение сроков подготовительных работ к отопительному сезону, паспорта готовности получили только 66,5% муниципальных образований. Полпред заявил, региональные органы власти, опираясь на поддержку Ростехнадзора, должны максимально быстро завершить работу по получению паспортов готовности муниципалитетов и генерирующих объектов.